В Видном продолжаются мастер-классы по программе «Юрий Башмет. Молодым дарованием». С 10 по 12 мая в детской школе искусств проходил урок выдающегося французского пианиста Дэвида Бисмута. Многие ученики по классу фортепиано пожелали попасть на его мастер-класс. Журнал «Пианист Мэгазин» охарактеризовал Дэвида как одного из самых выдающихся французских пианистов своего поколения. Он известен за его яркую и глубокую игру, сочетание техничности и поэзии тембра. На сегодняшний день в рамках программы прошли более 75 мастер-классов. Видновскую детскую школу искусств посетили около 2000 слушателей и преподавателей Московской области. Около 400 обучающихся смогли поучиться мастерству у именитых музыкантов.